Жуткое происшествие произошло в Таразе. Мужчина выстрелил из дробовика в трех подростков. Их доставили в областную детскую больницу с огнестрельными ранениями. Кто стрелял в школьников и какие прогнозы делают врачи, расскажет Дана Килибаева. Слух о том, что стреляли в детей, взбудоражил весь город. По предварительным данным, все произошло глубокой ночью в массиве Щольдала. Как стало известно, трое приятелей договорились о встрече в тихом укромном месте. Однако насчет тихого серьезно ошиблись. Из темноты внезапно раздались громкие выстрелы. Картечью из дробовика задело троих подростков, двоим пострадавшим 17, а еще одному 16. До больницы ребята добрались самостоятельно. Одному из подростков пуля попала в подбородок, другому – в запястье, а третьему – в ягодицу. Из-за того, что выстрел был произведен издалека, подростки серьезно не пострадали. Им была оказана полноценная медицинская помощь. Сейчас их здоровью ничто не угрожает. Врачи извлекли из тел пострадавших 6 дробинок. К счастью, внутренние органы не задеты. Сейчас подростки находятся под наблюдением врачей. Установлено, что в несовершеннолетних из дробовика выстрелил мужчина. Он уже задержан. По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый в совершении преступления найден и взят под стражу. С какой целью подозреваемый совершил преступление, пока неизвестно. Другие подробности в интересах следствия не разглашаются. В ближайшее время врачи обещают выписать пострадавших. Напомню, чуть меньше года назад в этом же районе Тараза был убит ученик 8 класса. Тогда школьнику нанесли 8 ножевых ранений. Дана Килибаева, Мирей Баед, телеканал «Алматы», Тараз.